участвовали в спектакле, который именуется «Российская демократия». Очень влиятельные силы либерального толка организуют в России Майдан. В данном случае принятие такого решения, по сути дела, перечеркивает и президентские выборы. Вроде не шел на президентские выборы, Путин победил с хорошим результатом, Грудинин занял второе место. Почти 9 миллионов граждан проголосовали за него. Чтобы попасть депутатом в Думу, надо было набрать примерно 200-250 тысяч голосов. В данном случае вся страна подтвердила приоритет нашей партии как второй политической силы. Что касается аргументации членов ЦИК, она не выдерживает никакой критики. Господин Булаев послан «Единой России» для того, чтобы и ЦИК превратить в трагикомедию. Вы участвовали в этой комедии. Нам она не только не нравится, она вызывает отвращение по своей сути и содержанию. Не хотят рассматривать главные вопросы, связанные с посланием президента, с необходимостью подготовки программы и вывода страны из тяжелого системного кризиса. Кризис нарастает. Вспоминаю счета нескольколетней давности. За эти счета невозможно 2-3 операции за рубежом сделать. Грудинин делал близким там операции. Мы им доказывали, показывали, рассказывали. И после указаний администрации президента приехала налоговая служба. За 20 лет вывернули все карманы и всех допросили. Ничего серьезного не нашли. 9 комиссий работали в сентябре, когда шла выборная кампания. С трибуны президент говорит: не кошмарьте бизнес, здесь 9 комиссий допрашивают, не дают возможность нормальной работы. В ходе выборной кампании два участка, которые были на территории совхоза, оба большинство отдали голосов Грудинину. Путин на них занял второе место. На этих выборах участвовал и Суракин из лживой партии, которая ничего общего не имеет с нашей идеологией. Ни партии, ни избирателей. Сейчас работает в Ульяновске, на родине Ленина, зампредседателем областного совета. Это еще одна трагикомедия, которая унижает страну и избирателей. Что касается нашей позиции, юрслужба продолжит свою работу. Граждане страны поддерживали и будут поддерживать Грудинина. 23-го в 11 часов собираемся на проспекте Сахарова, в 12 будет большой митинг, направленный на защиту единства страны, ее безопасности и защиту национальных интересов и социально-экономических прав граждан. Когда говорят насчет финансов, вот никто не хочет разбираться. За январь и февраль из страны выгнали 1 триллион 200 миллиардов рублей. В два раза усилился отток валюты из страны. Господин Фридман является главным богачом в Лондоне сегодня. Сначала перегнал, вложил в американо-английскую фармацевтическую медицинскую промышленность 400 с лишним миллиардов в рублях наших денег. Это больше бюджета годового. А теперь никто не хочет с ним разбираться. Ищут там деньги, где их нет, собственно говоря. Эта картина циничная продолжается. Вместо того, чтобы поддержать по-дерибаски, создать комиссию, расследовать и вернуть алюминиевую промышленность под управление Российской Федерации, все попрятались, и Единая Россия, и Дума, и ЦИК. И считают, что это так нормально. У нас все чужие самолеты и свою алюминиевую промышленность отдают. Завтра вам не на чем летать будет в стране. Две детали не поставят, и 0,9 парка остановится. 15 авиационных заводов советских готовили, 1500 летательных аппаратов. Каждый третий в мире пассажир летал на Илах и Тушках. Самолет президента Ил-96, предыдущая модель 86, за 30 лет не убил ни одного пассажира, самая надежная машина в мире. Ее нечем будет завтра собирать и изготавливать. Вы только носитесь счетами и там судами. Каждый вправе разрешать свои личные вопросы. Мы на них не отвечали, не вмешивались и вмешиваться не будем. У нас много других дел. А так все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной. Все вернулось к худшим временам,
90-х годов. Сидят 2-3 человека в администрации президента, пальцем тычет всем, в том числе и ЦИКу. Он берет под козырек и начинает заниматься инсинуацией. Это первый прецедент за последние 25 лет. Мне вспомнили Конституционный суд Ибзеев. В Конституционном суде 2 голосами решили в пользу того, что все ваши предки, все герои, все командующие, они были членами КПСС. Все они являются преступниками, а являются героями. Ведь предлагали осудить, что КПСС преступная организация, и все, кто состоял. В Конституционном суде я показал, там 2 человека, кто не был КПСС. Значит, вы тогда все остальные преступники. Сидел там Бурбулиш, Шахрай, Котенков. 7 месяцев доказывали. Слава Богу, Зорькину хватило ума и мужества, да. А этим не хватает. Будьте здоровы. Спасибо.